на этой стороне мы постригем. Здесь волоски у нас растут примерно так же. Поэтому под расческу заходим снизу. И аккуратненько убираем лишний объем, чтобы не было больно. Волоски очень сильно тянутся. Под расческу, когда мы состригаем волоски, получается та длина, которая была бы при депиляции через 3 метра. Поднимаем волоски, убираем уже под крест, убираем по самому жесткому концу. Это у нас умеет салициловая кислота, которая немножко размягчает клетки кожи роговевшие, и больше будет волоскам идти с кутикулой. Сушим кожу и обязательно так. Тальк не дает перегреваться кожи, делает хорошее сцепление, подсушивает, менее драматизацию меньше делает кожи. Так. Теперь у нас процесс удаления. Смотрим рост волос. Ну, тоже так же заходим за клиента, за голову. И, потому что натяжение надо сделать обязательно на себя. А срыв должен быть от себя. Это самый такой сильный срыв, который нужно не делать резко, быстро, не дергая за кожу клиента. Паста немножко еще прохладная, чтобы загреться. Паста разогревается между рук мастера и кожей клиента. Медленно плавно потягиваем. Паста должна подтаять и опустить свой сироп туда, куда надо. Натяжение. А перед отрывом проходим чуть-чуть дальше. Чуть-чуть срыв. Все хорошо.
Переход медленно в руку, одним ковром. Правой подмышки обычно больше у нас, потому что рабочая рука, больше кровообращения, а левшей наоборот на левую. Первая процедура такая красная подмышка и красная, и кардинара сама, что ступать, это близко находящиеся капилляры. Кто постоянно делает, у тех даже красноты не скоро уже вообще спокойно, легко реагируют на краснее даже они, и точек не видно. Легко просто сделали и ушли. Первый раз сами болезненные. Уже надо пережить, натеплить. Обработать осталось, да? Сейчас я разгляжу, что вижу где-нибудь еще. Все равно. Немножко мучения и все пришло. Обрабатываем особенно после. Снимаем раздражение, покраснение, успокаиваем кожу. Тонечки подлечат. Убираем всю липкость. Сейчас уже не больно. И в конце обязательно так. Сначала сушим подмышку. Чтобы не на влажную поверхность сыпать так. Сейчас нужно потолковать.